Ко дню жестянщика готовы, заверяют столичные чиновники. Дорожные службы в ожидании снегопадов работают круглосуточно. А мэр настоятельно рекомендует поскорее горожанам переобуть свои машины. Сегодня утром на деловом понедельнике в мэрии обсудили подготовку к зиме. Чистить дороги и тротуары будут 4 подрядные организации. И все заявили, что их техника готова к работе. Репортаж Альбины Батаршиной. Вот у нас 40 техника готовых сегодня выехать, улицу убрать. Хоть полностью не пойдет, мы всегда готовы. КАМАЗы снегоуборщики отремонтировали, заменили некоторые запчасти. Правда, дорожникам пришлось внести коррективы в замысел машиностроителей. Металлические ножи, которые буквально отскабливают дороги, заменили на другой материал – резину. Эффект тот же, но гораздо дешевле. А менять ножи и щетки приходится часто. Если много снега, каждый день подметаешь, за это заканчивается, меняем. На неделю раз или иногда на 2 недели раз. От снега зависит. Щетки 150 рублей штука. А ножи дорогие. Одна нож, вот, например, 2000 стоит. 2-3. Кроме того, эти авто осмотрели немецкие специалисты, проверили работу оборудования для реагентов. Позади КАМАЗов установлены импортные разбрасыватели противогололедных материалов. Срок еще гарантийный, поэтому пока сотрудники фирмы устраняют неполадки лично. Впрочем, претензий у дорожников прошлой зимой не возникало, как и к новой химзащите от гололедицы. Как снег, мороз, например, на снег падает, сыпаем, и он сам себя тает. Современный реагент на ощупь, как ледяные градинки. Кожу рук, кстати, не жжет. А вот когда попадает на снег, начинает его шумно растапливать. Слышится треск и шипение, говорят дорожники. Горводзеленхоз приготовил почти 2000 тонн современного реагента и столько же песка и соли. Старый способ также актуален, но его будут использовать меньше. Песчано-соляную смесь, то традиционный расход ее составляет 150-200 грамм на квадратный метр, когда обрабатывается дорога. А реагент, который мы используем, это от 5 грамм до 30 грамм. Представьте себе машину, загруженную песко-соляной смесью, она весь кузов расходует на протяжении 3-4 километров, потому что расход достаточно большой этого материала. И машине неоднократно приходится возвращаться на базу, чтобы опять заправиться. Сегодня готовы выйти в рейс 608 спецмашин. Если понадобится, дороги будут чистить 1000 авто, заверил Игорь Куляжев. Привлекут дополнительные силы, технику и сотрудников других предприятий города. Согласно новым правилам благоустройства Казани, дороги должны быть чистыми через 2 дня после обильного снегопада. Но если сугробы будут более 6 сантиметров, то времени у подрядчиков в 2 раза больше. Альбина Батаршина, Илья Савельев, Вести, Татарстан.